Девчоночки, всем привет! Сегодня хочу снять для вас видео о косметике компании Marie Kay. Я заказала два продукта. Это парфюмированная вода и сыворотка. Сыворотка называется Tone Correcting Serum. Она идет из линейки Time Wise. Time Wise, я вообще обожаю эту линейку. Я люблю все в этой линейке. Я люблю гель 3 в 1, крема люблю. В общем, девчонки, очень люблю эту линейку и решила заказать новинку Time Wise Correcting Serum. Это сыворотка, я наношу ее и утром, и днем. Но иногда, когда я хочу воспользоваться каким-то другим средством, я наношу ее только днем, потому что она помогает мне выровнять цвет моей кожи лица даже без применения ни BB-крема, ни тона никакого. Да? В общем-то, я могу воспользоваться только вот этой сывороткой и пудрой. И для меня, для моей кожи будет вообще вполне достаточно. Я имею ровный тон лица, немножко подкорректирую какие-то там тени себе бронзером и все. В общем, девчонки, сыворотка очень классная. Она, во-первых, идет еще плюс и на борьбу с какими-то там несуществующими или существующими морщинками. Так что, девчонки, тем, кому за 30, вообще классно пользоваться. То есть мы еще и цвет выравниваем лица, и еще и одновременно это очень сильное уходовое средство, потому что сыворотки, как вы знаете, это очень концентрированное средство, да, и им очень полезно пользоваться, особенно девочкам за 30. В общем, отзывы у меня они только положительные, пользуюсь уже несколько недель и пока довольна, пока получаю только комплименты, в основном от мужа, конечно. Ну и от подружек. Так что, девочки, очень все это заметно сразу на лице. И изменения не пройдут просто вот так вот мимо вас, да? Девочки, ну и второе, что я заказала, это вот такие вот Eau de Parfum Forever Diamonds 60 мл. На самом деле мне немножко сложновато его носить на работу, потому что это такая очень внушительная все равно баночка, 60 мл для меня многовато, они тяжелые, но они очень классные. Во-первых, посмотрите дизайн какой, действительно как какой-то, не знаю, драгоценный камень, да, все-таки и название такое Diamonds, да, Forever Diamonds, и очень красиво все выбито, красивый рисунок здесь, посмотрите. В общем, все очень стильно сделано, упаковка матовая, смотрите, вернее, баночка сама такая, как затемненная, да, немножко по бокам, и имеет тоже свой шарм какой-то в этом. Мне очень понравился дизайн, классно стоит у меня, смотрится на туалетном столике, и аромат, он, знаете, он что-то среднее между теми, которые я люблю очень, и более цитрусовыми. Вот все, что более цитрусовые, это не мое. А все, что более цветочное, такое обволакивающее, немножко сладкое, это мое. И такое шлейфовое. Вот. И вот этот аромат, он что-то среднее. Вот есть и доля, хорошая доля свежести в нем, да, но нет вот этой приторной цитрусовости, я бы так сказала, да. Он, ну, манит все равно за собой, очень хороший аромат и дает такой приятный романтический образ, да, вот когда ты слышишь этот аромат, ты понимаешь, что эта девушка какая-то романтичная такая, вот легкая, и легкая не в плане поведения, а в плане отношения к жизни, вот легкость есть в ней. И я думаю, что я бы спокойно могла порекомендовать вам этот аромат для романтических свиданий, потому что здесь есть и немножко цитруса, здесь есть и немножко сладости, и цветочного чего-то, и какой-то даже горькости в какой-то момент. Он раскрывается приятно. И я думаю, что если мы говорим о мужчине, который будет воспринимать, да, что он должен ему понравиться на 100%, а вы к нему будете себя чувствовать такой летящей какой-то розовой дымкой. Какая такой дымкой, которая и должна быть на первом свидании однозначно. В общем, девчонки, этот аромат, он спокойно подойдет для офиса,
он не будет вообще никому мешать, и вам он не будет надоедать. Но я бы сказала, что он не имеет такую огромную стойкость, как мне бы хотелось. Ну, во-первых, потому что он свежий, да, любой свежий аромат, он менее стойкий, чем более сладкий. Поэтому все-таки вам придется носить эту баночку у себя в сумке, если вы любите, да, слышать на себе аромат. Но в любом случае, девчонки, этот аромат очень классный, и я могу его посоветовать, и он должен быть у вас в арсенале, скажем так, да, хотя бы для вот этих вот первых свиданий, особенно если вы еще не замужняя девушка, и вам это нужно часто. В общем, девчонки, это такой аромат для создания образа такого легкого, романтичного, такого розового облака, да, скажем, влюбленного. В общем, вот так вот я воспринимаю этот аромат, и он больше да, чем нет, я бы так сказала, для меня, да. Все вы знаете аромат, который я люблю. Его совсем нельзя назвать тяжелым. Его нельзя назвать, знаете, совсем легким компотом. Потому что он имеет свой характер. Он не совсем компотная композиция, да? Поэтому, девчонки, для офиса тоже очень нормально будет его носить. И многим он подойдет. Я же говорю, он может подойти и девушкам, которые любят шлейфовые, такие более сладкие ароматы, и девушкам, которые любят более цитрусовое что-то легкое, потому что это что-то среднее. В общем, наверное, запутала вас немножко, но главное, что отзыв очень положительный и очень классный. Мне понравился, и на подарок, кстати, да, мужчины, на подарок вот этот вот аромат девочке точно подойдет, потому что она в любом случае найдет, куда его одеть. Даже дома мы должны благоухать, поэтому если вам не понравится как-то, знаете, куда-то в свет, да, его выгуливать, то дома им брызгаться пойдет однозначно, потому что он легкий, он не будет вам надоедать, но зато вы будете дома розовым облаком порхать перед мужем или любимым. Так что, девчоночки, советую. А с вами прощаюсь, до нового видео, ставьте пальчики вверх, кому понравилось, подписывайтесь на канал. Все, всех люблю, целую, пока!